Сегодня 23 сентября 2018 года. Мы на кладбище. А сегодня там по уставу поминальный день или так? Нет. Так просто. Годовщина осень. А-а-а. Иосиф. Тут Винчук. 15-летний юноша. Вот мы стоим здесь. Здесь моя бабушка похоронена. Мамина мама. Вот. И здесь же моя мама. Вот мы пришли сюда. Здесь родственники наши. Это вот муравейник рядом. А это похоронен здесь Лапкин Степан Дмитриевич, а мой отец Тихон Дмитриевич. В 66-м году мы прибыли сюда с Надеждой Васильевной, кажется, первый раз на похороны дяди. Очень умный был человек, бревизионной комиссии. Вот так. Можно будет показать, кто там. Вдовина Анна Петровна. Это сирота, про нее написано в открытым оком. Инвалид. Познакомились, она сильно к нам расположилась. И тут мы ее похоронили. И тут вот барабаши взяли одну бабушку беспризорную, допоили, докормили ее. Вот. И тут приезжал правнук основателя Потеряева. Потеряев Иван Ефантьевич. А тут Инфантьевич написали. Потеряев. В 16-м году, 2003-м. Он приехали сюда, с Евдокией Титовной. Ей больше 100 лет. Вот. А это у Глушковых. Игоря Глушкова. Отец умер. Поля, тут малина вот эта всегда на кладбище. Придешь, вот собирать можно. Он огромные-огромные тополя. Просто богатырские. И тут везде в лесу идешь скворечники. Мои скворечники. Я притащил туда лестницу. Виктор Николаевич тут устанавливал их. А это, кажется, еще до его приезда тут. Благословен Бог нас всегда на неприятной во веки веков. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Моя фуражка тут висит. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти мысли наши, Владыка, прости беззаконие наше, святые посети истинные милости наши, и мысли ради, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Тебе, Сыну, и Святому Духу, и Небесному Тебе, Бог, помилуй. Отче наш, Иисусе, на небесе, защитите имя Твое, да Твое Царствие, Твое Дух, воля Твоя, на небесе, на земле. Хлеб наш насущный даст нам, не отрицай, нам должен наш, это же мы оставляем должником нашим. Умиди нас, воскресенье, избави нас, от Слава Богу, я за Твое Царствие, слава Отцу, и Святого Духа, и Святого Духа, и Святого Духа, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
Слава Тебе, Сын Духу, не пить, Сын Бог, помилуйте, Сын Бог, помилуйте, скорее нашему Богу, Он приди, поклонимся, преподемся, скорее нашему Богу. Приидите, поклонимся, преподемся, Вам, Христу, скорее Богу нашему. Живую помощи Вышнего в крови Бога Небесного отворится, речет Господи, заступник мой си, прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него. Якоту избавите от сети ловчи, и совеси мятежно, плечма своими осенитя, и подкрыли его надеющийся, оружием обыдите истина его, не убоившийся от страха ночного, и стрелы летящие в дни, от вещи во тьме приходящие, от срящего беса полуденного, падет от страны твоей тысяча, и тьма десную тебе же не приближится, обаче, очима твоими смотришь, и воздаяние грешников узришь, яко ты, Господи, упование мое, Вышнего положилось и прибежище твое, не придет тебе зло, и рано не приближится телесе твоему, яко ангелам своим заповесть тебе, сохранить тебя во всех путях твоих, на руках возьмут тебя, да некогда приткнешь о камень ногу твою, на аспида и василиска наступишь, и поперешь льва и змея, яко на мя упова и избавлю, и покрыю, яко позна имя мое, воззовет ко мне, услышу его, с ним я в скорби, изму его, прославлю его, долготою дни исполню его, и явлю ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Миром Господу помолимся. О Священном мире, спасение душ наших, Господу помолимся. О оставлении согрешений, вложим памяти приставшихся, Господу помолимся. О пресном памяти их обеих Божиих, Иосифе, Анастасии, Матроны, Иоанна, Валентина, Георгия, Анны, Марии, Марфы, Агафии, Иоанна, Захарии, Любови, Косьмы, Александры, Екатерины, Иоанна, Александры, Елены, Ксении, Валентины, Татьяны, Антонины, Пелагеи, Марии, Людмилы, Агриппины, Анастасии, Антонины, Параскевы, и всех дележащих и повсюду православных христиан, усопших в надежде восхищения жизни вечной, мы покоим тишины блаженной памяти и Господу помолимся. О, простите им всякое прегрешение, вольное же и невольное, Господу помолимся. О, не осужденно предстать у Саша престола Господа славы, Господу помолимся. О плачущих и болезнующих, чающих Христово утешение, Господу помолимся. Отпустите им от всякие болезни, печали, воздыхания, вселите их, иди же пресвящая свет лица Божия, Господу помолимся. О, якода Господь Бог наш, учини души их вместе, светлым вместе, злачным вместе, покой, нежести праведной пребывают, Господу помолимся. О причениях, недрях Авраама, Исаака, Иакова, Господу помолимся. О, избавитесь нам от всяких скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Милости Божие, Царство Небесное, оставление грехов, и спросивши тем, и сами себе друг друга весь живот наш, и всю Богу предади. Яко Ты еще воскресенье жизни, покоя усопших, раб Твоих, всех дележащих, и повсюду православных христиан, усопших надежды воскресенье жизни вечной, Христе Божие, нас и Тебе славу воссылаем, что безначально Ты на Сцену и Пресвятым Богим, Творящим Тем Духом, ныне присно и во веки веков. Аллилуйя, 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 блаженья и правый приялся, Господи. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Память их в рот и рот.
святые во благих во дворята. Дядя Степан. Пойте миром Господу помолимся. Господи,
еще молимся, покинь душу усопших рабов Божьих, но представлено статьи, приступано рабов Твоего Иосифа и всех дележащих православных христиан, и же простите всем всякому прегрешению, вольному же и невольному. Якода Господь ученик души ищих, и где же праведные упокоиваются. Милости Божие, Царство Небесное, сомнение грехов и Христа бессмертного Царя и Бога нашего просим. Господу помолимся. Боже, духов и всякие плоти, смерть по праву дьяволу, праздник же миру, Ты ему даровал, и сам Господь, упокой душу усопших, раб Твоих, но представлен Анастасии, и напоминание Иосифа и всех дележащих православных христиан, вместе свете, вместе злачи, вместе покойни, от юрозы, где болезнь, печали, воздыхание, всякое совершение, содеянное ни словом, или дело мое помыслением, и побоги, человека любит Бог, прости, а конец человека же будет и не согрешит. Ты боим, кроме греха и правда, Твоя правда во веки, и слово Твое истина. Я, как и есть воскресенье, жизни, покой усопших раб Твоих, Христе Боже, нас и Тебе славу воссылаем, чтоб изначальным Твоим Отцем и Пресвятым, благим и творящим Твоим Духом, ныне присно и во веки веков. Всякому прегрешению, вольному же и невольному. Якода Господь Бог наш, учение души, и где же все праведные упокоиваются. Милости Божие, Царство Небесное, оставление грехов, и по Христа бессмертного Царя и Бога нашего просим. Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем, чтоб изначальным Твоим Отцем и Пресвятым благим и творящим Твоим Духом ныне присно и во веки веков. Аминь. Свой Ты, Господи, Творец, Твоя, жизнь и жизнь, и не сон, и недостойный,
Боже, речи Писание, не до мир приобрящим, так до вокруг стыдимся. Иди же купи цари нищий, им же Христе Божий представшийся упокой. Я хочу навека любит, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присуи во веки веков. Все святая Богородице, во время ты вот помогу не остави меня. Человеческому представьте, что не верю, но собой заступи, помилуй меня. Христос моя сила, Бог и Господь, честная церковь, благолепно поет зевающий. От смысла чистого, Господи, празднующий. Покой, Господи, душу усопших раб твоих. Господи, души усопших раб твоих. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И пресна и во веки веков. Аминь. Боже, светом твоим младше. Утренящим ты душа любовью озари, молюся, я видите Слово Божие, истинного Бога, от врага греховного взывающего. Покой, Господи, души усопших раб твоих. Покой, Господи, души усопших раб твоих. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Сна и во веки веков, аминь. Житейское море, возлезаемое зря напасти бурею, и кому пристанище твоему прийти по пьюти, возведи отлежи, вот мой, много милости. Ой, Господи, души усопших раб твоих. Святому Духу. И ныне пресно и во веки веков. Аминь. Житейское море, возлезаемое зря напасти бурею, и кому пристанище твоему прийти по пьюти, возведи отлежи, вот мой, много милости. Господи, душу усопших раб твоих. Пойте, пойте миром Господу, помолимся. Господи, помилуй. Помолимся о упокоении душ усопших рабов Божиих, но представлена Анастасия, Пресвятая Иосифа и всех здесь лежащих и повсюду православных христиан. Вы же простите всем всякому прегрешению, вольному же и невольному. Якода Господь Бог наш учинит души, и же все праведные упокоеваются. Милости Божие, Царство Небесное, оставление грехов их у Христа бессмертного Царя и Бога нашего просит. Господи, покой усопших раб твоих, всех делящих православных христиан. Христе Боже наше, тебе славу воссылаем с обезначальным твоим отцем и всесвятым Богим и творящим твоим духом ныне преисно и во веки веков. Oh,
прийти. Благословен еси, Боже, Отец наш. Ой, Господи, души усопших, раб Твоих. Ой, Господи, души усопших, раб Твоих. Слава Отцу, Сыну и Святому Духу. Подобный росой сочил еси, и праведную жертву водою попалил еси. Я бы творивший Христе, ток мои же хотите, я превозносил во вся веки. Ой, Господи, души усопших, раб Твои. Ой, Господи, души усопших, раб Твои. Благословим Отца и Сына и Святаго Духа Господа. Святая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззакония наши, святые, посети истину немощи нашей имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Твоему Сыну и Святому Духу, не пресни, грехов, аминь. Отче наш, видишь, на небесе, где святится имя Твое, да ты царство, и Твоя любовь, воля Твоя, она не пресни земли. Хлеб наш насущный, дашь нам есть, оставь нам долги наши, и мы оставляем должником нашим, и где наше искушение, но избави нас от лукавого, и это Твое царство, сила и слава. Отца и Сына и Святаго Духа, ныне присно, и во веки веков. Аминь. О, духи праведных начавшиеся, души раб Твои спаси, упокой, сохраняю во блажении жизни, я жой Тебе, человека любящий. Покойся, Твоим Господи, и держи все святые Твои, упокоиваются. Упокой души раб Твоих, якой великий человек любит. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ты си Бог сошедеват и узакованных разрешивый. Самый души раб Твоих, упокой. Помилуй нас, Боже, по велице милости Твоей, молимся, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о покорении душ усопших рабов Твоих, Георгию, Сине, Дмитрия, Евдокии, Стефана, Анастасии, Самсона, Анастасии, Марфы, Иоанна, Анисия, Анастасии, Анны, Анастасии, Иосифа, Матроны, Иоанна, Валентина, Георгия, Анны, Марии, Марфы, Агафии, Иоанна, Захарии, Любови, Виктора, Маргариты, Косьмы, Александра, Екатерины, Екатерины, Иоанна, Александра, Елены, Ксении, Валентины, Татьяны, Антонины, Пелагии, Марины, Марии, Людмилы, Пелагии, Агриппины, Анастасии, Антонины, Параскевы и Макария, Эммануила, Филарета, младенца Дея, Димитрия, Матфея и всех здесь лежащих и повсюду православных христиан,
усопших в надежде воскресения жизни вечной, уже простите всем всякому прегрешению, вольному же и невольному. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Я, когда Господь Бог наш, учени души их, и же все праведные упокоиваются. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Милости Божие, Царство Небесное, оставление грехов и Христа, бессмертного Царя и Бога нашего, просим, Господу помолимся. Боже духов и всякие плоти, смерть по праву дьявола, праздник за миром тем даровал и сам Господи, упокой души усопших рабов твоих, новописавим на скопите, с напоминаемой Осипа и всех здесь лежащих, и нам напоминаем и православных христиан. Усопших надежды в воскресенье жизни вечно, вместе светлый, вместе злащий, вместе покойный. От них даже держи болезнь печали, воздыхание всякое согрешение, содеянное ими словом, делом или помышлением, и обойди человека, любит Бог прости, и конец человека же будет и не согрешит, ты об один, кроме греха, и правда твоя, правда во веки, и слово твоя истина. Яко ты есть и воскресенье жизни, покой усопших раб твоих, Христе Боже наш, тебе славу воссылаем. Что безначальным Твоим Отцем и Пресвятым, благим и затворящим Твоим Духом ныне присно и во веки веков. Премудрость Пресвятая Богородица, спаси нас. Слава Тебе, Христе Божие, упование наше, слава Тебе. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Живыми нет, обладаем от святей из мертвых. Христос, истинный Бог наш, молитвами причисти Своей Матери, святых славных и всехвальных апостол, преподобных, богоносных отец наших и всех святых, души от нас представшихся рабов своих, новопредставлен Анастасии, Иосифа и всех, где лежащих, и повсюду православных христиан, через них правильных учинит, не до храма упокой ты справился, прийти это нас помилуй. Яко благ и человека любит во блаженном успении вечный покой подаст Господи усопшим рабом Божиим, новопредставленной Анастасии и Иосифу. На Косьме Александре, Екатерине, Иоанну Александре, Елене, Ксении, Валентине, Татьяне, Антонине, Пелагии, Марии, Людмилы, Пелагии, Виктору, Маргариты, Агриппины, Анастасии, Антонины, Просковье, Анастасии, Иосифу, Матроны, Иоанну, Валентине, Георгию, Анне, Марии, Марсе, Агафии, Анну, Захарии, Любови и всех где лежащих и повсюду православных христиан усопших в надежде воскресения жизни вечной и сотворим вечную христианам, усопшим надежде воскресения жизни вечно. Вам всем дарует Господь здравия душевного и телесного. Аминь. Аминь. Это большое здание дома. Продолжение следует...
Берите и взяли. А сколько надо будет сюда подходить? Это сюда. Ангелина. Ангелина. Иди-ка сюда. Здесь все заряжено. Только на... смотри, я пойду поклоняться этой святыне. Так. Угу. Колокольчики сняли. А, не было мне на подъезд. Я такое брал. Стой, подожди. Кресты, как листья, не надо. Это крест Степана Дмитриевича, дядя мой. Он у меня в ежедневных молитвах много он стал указал на священство. Мы не знали. Непонятно, кто тут лежит. Лежит. Валя, подходи ко мне. Шарика взяли с собой. Во. Отвязался. Что, оторвался? Ну, развязался, значит, никуда не ушел. Спаси Христос. Сейчас я его возьму. Дай-ка. Ну что, друг, скоро мы будем с тобой дружить. Так он, главное, кто подходил потом, он всех облаял, кроме тебя. Тебя он не то, он знает, что тебе зимовать будете вместе. Ну, Шарик. Так, Сергей Егорович, иди сюда, на, собаку. Где твоя шапка-то? Шапки-то не было? А где она? На, держи, моряк. Все, пошли домой.